Вот. У нас, если у тебя вообще что-то хорошо, ты просто, ты своровал, обманул, вот, и тебе хорошо. Вот это, тут куда ни кинь, понимаете, вот счастливый человек, это подозрительно очень. Вот, поэтому вы даже, когда что-то у вас хорошее настроение, вы так приходите куда-нибудь, у вас хорошее настроение, и вы такие, и у нас говорят вот это, типа, сглазишь, не показывай, что-то еще что-то там, и так далее. Вот, значит, ну, это такая культура, вот, культура рабовладельческая, мы с вами были еще так недавно, 150 лет назад, крепостными крестьянами, вот, мои родственники-то точно, вот, и это была культура сначала такая, потом культура была советская, при которой нельзя было демонстрировать счастье, не обусловленного любовью к Ленину, партии и коммунизму, вот, любое такое человеческое счастье называлось мещанством, и так далее, то есть вот мы как-то, вот у нас всю дорогу страдание – это красиво, это наслаждайтесь. А счастье, радость – это вот для идиотов или для сукиных детей. Слушайте, ну все уже закончилось, это. Уже нет этого всего. Давайте к дьяволу вот это все. Давайте вот просто скажем себе, ну если вы завидуете нашему счастью, у нас вопросы к вам. Вот, потому что хорошие люди счастью других радуются. И таким образом счастье становится больше. И начните жить с этим внутренним чувством, и жизнь действительно станет меняться в лучшую сторону.